Всем привет! Вы на канале Хвостатое чудо. Меня зовут Елена. Я стою за кадром. Перед вами мои крылатые топы и шили. Ну и сегодня, в этом видео, вернее, речь пойдет не о них. Сегодня пойдет речь, вернее, не сегодня, а именно в этом видео, поэтому, так как вы понимаете, что я снимаю это одним днем, но показывать это буду не одним. Так. Сейчас мы будем показывать наших улиток и рассказывать о них, что же такого интересного они могли мне преподнести. Так, все вы знаете, что у меня есть ретикулята, но мало кто знает, что у меня еще есть два друга. Саму грязь, что внутри контейнера, я вам показывать не буду, даже не надейтесь. Это очень некрасиво. Поэтому я сейчас буду мыть, и после того, как я помою, я буду выкладывать на стол и буду показывать их уже в чистом виде, в чистых контейнерах. Ну что, поехали? Ну что, давайте знакомиться. Их еще пока никто у меня не видел. Я их просто мыла, контейнер мыла, их заодно помыла. Знакомьтесь, это Ахатина Занзибарики. Они очень маленькие ребята. Не знаю, почему я их взяла, наверное, потому что они мне очень понравились, потому что они очень необычные. Посмотрите, у них тельце само бежевое, но головка темненькая. Они такие же ручные, как ахатинки. Вот. Они также свободно пойдут на руки, также идут друг на друга свободно, кушают они все так же, то же самое, что и ретикулята. Но они мне нравятся от того, что они очень и очень маленькие. Вы посмотрите, видите, мои ручки и они. Они очень маленькие, они должны, конечно, быть сейчас побольше, но от того, что была зима, я не понимаю почему, но, короче, рост их замедлился. А у меня они немножечко отстают по росту. Я не знаю даже их, как они должны быть, насколько сейчас в своем возрасте, сколько они должны быть по росту, но я не загоняюсь по этому поводу, потому что еще все лето впереди, будут теплые времена, когда они у меня вырастут до того состояния, как надо. Вот. Еще у нас есть небольшие проблемы с панцирем из-за того, что вот они вот как-то плохо росли. Но сейчас у них заметен активный рост панциря. То есть ракушечку они свою наращивают. Вот такие они прелестные, прелестнейшие улиточки. Они мне, ну, очень нравятся. Так, давай, не будем ко мне прилипать. Я очень хочу, чтобы ты по мне полазила. Но пока не надо, не стоит. Так что вот такие вот ребята у меня есть, маленькие, почему-то мы отстаем в росте, но это не беда, главное любовь к своим животным. Я думаю, они все наверстают, просто зима у нас оказалась такая вот не очень хорошая, и что у меня ретики есть, они нифига не выросли, что эти? Я не думаю, что это из-за заводчика, нет. Он здесь вообще ни при чем. Здесь при чем просто, что это зима. Не заводите зимой улиток. Я вам настоятельно рекомендую, заводите в теплое время. Вы посмотрите, куда она забралась, пока я убиралась у других улиток. Моя маленькая принцесса забралась сюда. Так, подготовила, значит, я кабачочки для наших принцесс. Так, ну кто помнит, кто у меня тут? Кто у меня тут? Вот мои прелестные улиточки, мои хорошие. Ой. Привет, привет, Толя. Кто-то кого-то задавил. Да, и они у меня, естественно, не вдвоем, а теперь у меня таких четыре. Вот те малыши. Не вытащишь, ладно, сама выберется. Малыши и старички. Старички — это Викины, Вупсин и Пупсин. А малыши — это московские. Видите, они у меня совсем малыши прям. Не растут эти гаденыши. Не знаю почему, вот не растут. Я все-таки склоняюсь к тому, что это была зима. Но я их не замораживаю, не избавляюсь от них. Я им дам шанс лето вырасти так, как они должны быть. Хотя бы в средних размерах. Просто знаю, что они вообще от хороших улиток. Просто, ну, видимо, что-то пошло не так. Сейчас они активно начинают наращивать свою ракушку. И я надеюсь, впоследствии они догонят. Ну, не догонят, так не догонят. Ничего страшного. Как я уже говорила, что люблю я их не за их рост, а люблю я их за то, что они у меня есть.
Так, кто-то меня тут начинает поглощать. Прям поглощать. Видите, руки у меня влажные, им это нравится. И такое ощущение, она меня пожирает. Нет, дорогая принцесса, давай я лучше тебе вот предложу пока кабачок. Хочешь? Кабачок. Кабачок. Я у них уже все помыла. Сейчас они у меня находятся пока в таких небольших контейнерах. Я их пересадила, потому что я их, во-первых, рассадила. Вот эти две большие. И хочу им другой контейнер купить. 56 литров, это все-таки очень много. Хочу 40-литровый. Им предостаточно будет. То пошили, ну пожалуйста. Я же про вас уже рассказала. Про вас видео уже вышло. Ждите своей очереди. Будет стоять, я вам дам слово сказать. Ну что такое, ну... Топа! Шиля! Топа птичка? Птичка? Ой! Ой! Мы слезли с малыша, а малыш у нас спрятался от того, что кто-то тут по нему лазит. Этот малыш приподнимается. Сейчас я их буду кормить, но рассказать вам очень интересная новость, вернее сюрприз, который они мне оставили. Перед тем, как их рассадить, вернее рассадила я их где-то, ну, уже прошел, наверное, месяц. Месяц прошел, как я этих друзей больших рассадила, потому что я пока не хотела никаких кладок, пока холодно. Потому что я поняла, что из-за холода они просто не растут. Но, к моему удивлению, к счастью, не знаю как, ребята... Но они мне принесли все-таки деток. Не успела я их рассадить, ребята, не успела. Так что кто-то, наверное, сейчас будет очень и очень рад. Да, ребят, Викины улитки принесли кладку. И, кстати, знаете вы или нет, я, допустим, не знала. Оказывается, я думала, что только одна улитка несет яйца. Нет, сначала принесла одна улитка яйца. А потом принесла и другая, через где-то недели полторы. Вика мне об этом говорила, говорит, жди от второй кладку. Хм, странно. Я думала, говорит, только одна несет. Действительно, это от двух кладок яйца. Так что скоро начнут вылупляться малыши, и мы посмотрим, сколько их вылупится. И там уже будем отбраковывать, смотреть, кто у нас хорошенький, кто не очень. И оставим самых больших богатырей, самых красивых. И посмотрим, как они будут расти. Если они будут хорошо расти, ребята, послушайте внимательно сейчас. Если они будут очень хорошо расти и набирать рост как надо, то тогда они уйдут в продажу. Если вдруг с ними что-то пойдет не так, то, ребят, будет то же самое, что с улитками, которые я привезла с Черкас от Виктории. Я их заморожу, отбракую. Кто не знает, те улитки, которые я забрала от Вики, мне пришлось заморозить, то есть малышей, которые зимой забирал, потому что они просто не росли. Опять же говорю, это зима. Пока я тут болтаю, кто-то кому-то перебрался. Нет, ребята, я сейчас буду вас разделять обратно по контейнерам. Яйца у меня лежат, кладка около батареи, поближе к батарее. Я не кладу ее в контейнер, потому что у меня контейнер не так близко к батарее расположен. Эти я кладу недалеко от батареи, которые у меня еще работают, отопление пока еще есть. Так что, ребят, скоро будут новости о вылуплении. Улетят. Следите за ними, может быть, они уйдут в продажу, и кто-то дождется первых улетят от хвостатого чуда, от В. Виктории и хвостатого чуда вместе, то есть это будет общий труд. Ну, а также, если кому-то интересно, следите за новостями в дальнейшем, потому что у нас есть новые жители, придумайте им имена, может быть, именно ваше предложение я возьму в учет и, допустим, назову именами, которую вы предложите, наших зензибариков. Ну и также вот еще два друга, которых тоже надо как-то назвать. Так, ну и последнее приготовление, это у меня раскладка еды по контейнерам. Каждой паре я кладу поесть, присыпаю это нашей кальций смесью, промытый мох, все, что надо улиточкам. Также по надобности кладу мел,
Если что-то это надо, то есть все для улиточек вы найдете в нашем магазине «Ваша прелесть». «Ваша прелесть РФ» – это магазин по России. И также есть «Ваша прелесть» – магазин по Украине. Там вы сможете приобрести все, что надо для улиточек. Все очень качественно, безопасно и на радость вашим улиточкам от нас. Так что, ребят, буду, наверное, это видео заканчивать. Потом у меня сейчас улитки все разбегутся. Я не успеваю за ними, если честно, следить. Ну, на этом мы говорим вам пока-пока. Ставьте лайк, если понравилось видео. И оставайтесь с нами, ведь впереди будет не только интересно, но и полезное только для вас. Пока-пока! До новых встреч!